Снова здорово, господа мои хорошие. У нас интересная игрулька. Она появилась совсем недавно. Наверняка кто-то скажет, что я в нее уже давно играл, потому что бетку могли слить и достать там через всякие VPN-ки, еще что-то. А теперь она появилась в Google Play, в России, доступна в свободном доступе. Игра бесплатная, поэтому в нее может поиграть любой абсолютно. Давайте взглянем на это чудо Boxing Star. Вообще, в плане бокса мне нравится только один симулятор, по-моему, он называется Midnight Box или что-то такое. А, Night Fight. Вот, а, Night Fight, точно. Вот там шикарная игрушка. Это же что-то такое мультяшное, плюс PvP режим опять же есть. То есть можно посоперничать с другими игроками по интернету. Так, а у нас обучение. Обычный тап — это джеб. Левый, правый. Свайп слева — левый хук. Ну, здесь, естественно, правый хук. Так, это у нас что? Апперкот, если по диагональке снизу. Левый и также правый. Что еще у нас есть? Увороты. Уворот-уворот. И как только увернулся, сразу наносишь удар. Да. Много таких подобных игрушек было, из самых ярких. Такого плана, где уворот, удар, это, если я не ошибаюсь, на айфонах РПГшка такая была. Совсем забыл, как она называлась. Но она была, конечно, прекрасна, чудесной, очень-очень красивой. Так, это что такое? Ну, какой-то мега-удар у него. А, да, вот, смотрите. Мы увернулись и в ответочку ему сами нанесли мега-удар. 32 тысячи урона с одного, прошу прощения, удара. Вибрацию сейчас мы в настроечках попробуем отключить. Красавцы такие победили. Ну что у нас? Ага, то есть это мы по телевизору смотрели. Вот это, видимо, наш перс. Угу. Так, выбираем либо ты, мощность 4, скорость 2, выносливость 6, у тебя 3, мощность 3, скорость, выносливость 6, и у тебя все поровну. Давайте возьмем его. Никнейм у нас стандартный. Опа, уже кто-то успел занять. Ребят, хорош, хватит мой ник занимать. I cannot contain invalid numbers and characters. Space... Ой, да что ты будешь делать? Какой же ты вредный все-таки. Отлично, подошло. Это что за шкурятина валяется? Он там сидит, долбится во что-то. Наверное, в арк играет. Кстати, по поводу арка. Арк будет попозже. Я уже говорил, что за кадром обучаюсь потихоньку. И, блин, я понял, Ark — это достаточно интересная игрушка в плане одиночного прохождения. Есть к чему стремиться. И если вам интересно, то мне бы хотелось запилить такую серию выпусков по полному прохождению игры. Вообще полное прохождение со всеми квестами, заданиями. Там, оказывается, есть, в принципе, что проходить, ребятки. Ну что, давайте отправляться. Какие-то мексикашки хотят нам, видимо, впарить что-то не совсем законное. Хуан. Давайте. Нам надо с Хуаном сразиться. Флаг Америки, тем не менее, у Хуана стоит. Посмотрим, насколько этот Хуан... Да-да-да. Все как обычно. Лучшие традиции бокса. Опа! На нахуй. Так, я здесь пропустил, потому что хотел на паузу нажать, отвлекся немножко. Надо было нажать на паузу, хотел в настройках отключить вибрацию, но настроек, доступа к настройкам во время матча нету. Да, что-то я туплю, ребятки. Опа, в ухо. Не успели засандалить. Ну давай, давай.
Оп, есть, давай, би-би-би. Отлично. Так, первый раунд закончен. Так, здесь мы можем что восстановить? Можем восстановить ХП, можем восстановить выносливость. Но по факту ничего, ни того, ни другого мы не можем пока сделать, потому что жалко денег. На, тебя немножко по носу ему настучали. Вот, отлично. Ой, хорошо. Апперкот? Сука, увернулся. Есть. Вот это да, вот это удар. Да все, не надо, не вставай, лежи лучше. Лежи, блядь. Отлично. Хуанчика мы все-таки побили. Ну, и что нам за это дают? Перчаточки и второй уровень. Хорошо. Допустим, неплохо. Кто у нас дальше? Джордж. Ага, к Джорджу нельзя. У нас будет идти какое-то обучение. Копать ты здоровую, блядь, похож на здоровую какаху. А если быть точнее, то на этого нигера, вспомните, зовут его, блин, постоянно забываю. В рекламе Old Spice снимается бешеный тип. Блин, классный актер, но, к сожалению, в сериале все ненавидят. Криса Папку играл. Так, это у нас тренировочка, да? Давайте запустим тренировочку. Она будет идти у нас 5 минут, а мы пока познакомимся со всем остальным. Во, смотрите, нам золотые перчатки подогнали, 1000 монет, 200 золота и вот такую татуху. Зачет, зачет. Так, ачивки есть у нас. Давай заберем, золотишко нам нужно. Что еще? Так, гир. Ага, вот эта бабулька у нас за инвентарь, видимо, отвечает, да? Да. Давайте возьмем. Так, джеб пауэр. Джеб на 26 пауэр. Тотал спид 8. Апперкот спид 24. Одеваем. Отличненько. Что у нас еще есть? Так, эти перчатки нас не интересуют. А где наша татушечка-то была? Здесь еще какая-то спонсорская хрень. Угу. То есть вот так вот надо собрать комплект, и тогда будет какой-то бонус. Допустим. Так, ну все-таки мы не видели, где наша татуировочка-то наша. Протектив. Протектив. Защита. Нету пока здесь такого. Окей, допустим. Хом, давайте вернемся домой, посмотрим, что у нас тут есть. Story мод. И все получается. Ну, пойдем в story мод. Ладно, видимо, чуть попозже что-нибудь откроется. У нас Джордж. Джордж. Это, наверное, как сразу вспомнился, опять же, фильм. Недавно посмотрел Rampage. Не ходил на него в кинотеатр, посмотрел дома. Вышла лицензия. И там была горилла Джордж. Опа! Блин, надо было увернуться, я блок поставил. Вот так вот уворачиваю. И ух, ох, хорошо, залепили. Чё ты понтуешься? А если так? Чё это он к нам прилипнуть-то успел? Ай, хорошо. Ну, смотрите, у него головокружение. Давай, давай, давай. Еее. Вот это хорошо. Надо им было допилить, чтобы отчечи слетели. Да, золотые перчатки дают о себе знать. Легкая победа. Наш персонаж похож, если с какого-то ракурса посмотреть, на чувачка из Тейкена. О, смотри, это еще пухой угрожает. Ебать. Да, да, пойдем. Давай, давай, Джоз, я даже не знаю, как правильно его назвать.
Просто толстомордый, короче. Так, давай. Давай-давай. Что-то он нам еще ганск-то с этот танец захуярил. Ладно, не хочешь бить, я тебя... Ну что ж ты такой... Опа. Ай, хорошо. Опа, ответочка. Так, смотрите, у него пошло головокружение. Но мы этим не смогли воспользоваться. Ай, класс. Вот здесь вот он уже моим ударом, в принципе, сработал. Ну и все, походу он ушел в нокаут. Ну что, встанешь? Не, мне кажется, первые соперники, они легкие, они, в принципе, вставать не должны. Отличненько. Так, что нам досталось? Воу, шокинг виктори. Расшаривать мы не будем. Тем более, что на Фейсбуке мы не сидим. Что у нас пошло? Так, вторая глава в компании. Но нас хотят еще с чем-то познакомить. С лигой. Так, давайте соберем быстренько ачивочки. Ну, о, смотрите, турнамент. Комплит 1-3. Да, здесь всего... Ого! 10 глав. Ништякос. Так, это у нас менеджер, как я понимаю. Вот здесь-то мы и можем прихорашиваться. Давайте взглянем, что у нас есть. У нас есть вот целый сет. Нет, не интересует. Вот это вот нас интересует. Тем более, что на ТТХ это никак не влияет. Штанишки, штанишки. Есть у нас вот такие джинсики. Есть вот такая рванина, трусы наверх. Либо адики. Не, ну оставляем адики. Мы ж нормальные пацаны все-таки, да? Так, такие кроссовки нет. Должны быть белые кеды. Пояс. Зачем нам пояс? А, что у нас здесь? Так, здесь мы натренировали. Давайте запустим еще дальше. И что-то новенькое у нас появилось. Перчаточки. Апперкот Power 14, Total Power 1. Не, ну у нас, в принципе, перчатки наши поинтереснее будут. Протектив. Что-то у нас открылось, но ничего у нас для защиты пока нет. По спонсорству... Так, тоже пока тухляк. О, ачечи за 199 рублей. Да, пошли вы в задницу. Помчали в лигу, посмотрим. Да, вот она, PvP режим. Ну что, кто у нас... Ебать. Хунмуфин. Хунмуфин. Кто ты, венгр или кто ты? Хунмуфин. Короче, маффин будешь. 16 звезд у товарища маффина. Ну, давайте посмотрим. С горшками он у нас вместо перчаток. Денежек он, походу, вложил. Ну, 199 рублей точно. Очки-то надо было на что-то покупать. Ну, ну, ну. Апперкот. А, так хорошо. А, еще один. Еще лучше. Да хорош уже скакать-то. Давай уже. Ложись, блядь. Сука, что-то у нас как-то он не может. Че ты прилип? Это как это? Сука, это вот был мега-удар. Сейчас он допляшет, а короче еще и завалит нас походу. Так, первый раунд закончен. Слегка морда у нас, конечно, побита. В теории... Вау. Так-то это нечестно. И все. Вот так вот, то есть, поняли, да, бабонька его поцеловала, и все, и мы упали, блядь. Есть у меня подозрение, что все это из-за его очечей. Продалась девонька на бриллиантовые очки. Пошел ты. Не-не-не, сейчас мы этот донат вырубим. Ну? А в ухо, а еще раз. Ап, нет, это уже нам прилетело, ладно.
Спокойствие, только спокойствие. Да что такое? Невнимательный мы, невнимательный. Он по большей части бьет справа, а слева я не ожидаю совершенно удара от него. Ну? Опа. Как так получилось, что мы пробили? Да все, не вставай, не вставай. Не позорь меня. Отлично. Нет, здесь, конечно, реакция нужна весьма и весьма хорошая. Я данной реакцией, естественно, не обладаю. Так, что мы получили? 4 уровень, 30 звезд, Victory Point 2 и какой-то пакет. От пизди негра получи пакет. Ну, давайте посмотрим, что за пакетос. Так, давайте, бесплатная доставочка. Что у нас ждет? 12 монет, 5 золота. Это что, блядь? А, капа! Вот оно. Это хорошо. И капа нам нужна. И сразу же реклама следом вывалилась. Давайте запилим нам капу. Что она нам дает? Джеб Дефенс 6, ХП 115. Отличненько. Но не хватает у нас самого главного. У нас не хватает. Да, ребятки, я забыл, как это называется. Кукошника. На яичника у нас не хватает. Да, мы нам хозяйство-то наше не отгребли. Так, это у нас что? Это то, где мы живем, отдыхаем. Что это за хрень? Крип. Не знаю, как, честно говоря, крип переводится, но, видимо, наше место обитания, наш райончик. Этот нам приносит 50 денежек в день. Нужны какие-то фишки. Фишек у нас нету. Уиллс. Ну, Уиллс-то понятно. Это наша тачка. Ну, какая-никакая уже есть. Это же Чарджи, если я не ошибаюсь. Он даже ебаный мотоцикл. И то дороже. Так, у нас тут есть Land Rover, Range Rover. Ламба. А можно еще на ментовском Чарджере? Или Челленджер? Блин. V8. Неплохо. Так, а это наш Манагер непосредственно, да? Да ну нифига, какие лютые. То есть можно, чтобы нас менты покрывали. Окей. Так, скиллсет. Во, смотрите, вот наши скиллы. Джеб. Давайте возьмем джеб. Хантер. Фейс. Блин, даже не знаю. Давайте вот этот, наверное, возьмем. Сразу его попробуем вкачать. Есть. И... Так, а это у нас что? Контур Мастер Станс Руки. Ну, тоже прикрепим. Честно, понятия не имею, что это за хрень. Но чувствую, она нам нужна. Так, очередная ачивка. Да, хорош, хорош, хорош. О, еще есть. Да сколько вас тут? Ну что, ребятки, еще один бой. Пойдемте сгоняем на арену, забьем Райана. Райан у нас из Канады. Что-то мне это напоминает. Дэдпул, Райан, Канада. Ну, давай попробуем. Опа! На нахуй. На еще хорошечно. Допустим. Да ну нифига ты лютый дурак. Типок быстрый, но защита у него никуда не годная. Как в принципе сила удара. О, как его перевернуло. Да ладно, еще и встал. А, ну да, это уже не первая глава компании. Это сейчас уже вторая. Тут уже соперники умеют вставать. А ну, еще раз встанешь. Не, все, не встанет. Райан из Канады ушел в нокаут.
Зачет. Первый раунд за 18 секунд до конца. 25 копеек нам за это дали. В принципе, игрулька, скажу я вам, ничего такая. Ой, копать. Джерри, Джерри, Джерри. Смотрите, какой хомяк. Хочу хомяку по морде настучать. Но предварительно вибрацию выключить. Только сейчас вспомнил. Да, простите вы меня, люди добрые. Джерри. Тоже наверняка это все срисовано с каких-нибудь разбоксинг Stars. То наверняка какой-то отсыл все-таки есть. А ну, давайте хомячку по фейсу настучим. Ну, оп-оп-оп, давай, оп. Хорош. Это что такое за под... Что за подкат такой, я тоже так хочу. На. О, прилетело нам от пухлика. Гарри Поттер переросток. Ну что, поднимешься? Бля, поднялся. Я, если честно, думал, что не сможет встать. Ай, нормально. Все. Ушел наш хомячок. Да ладно. Не, все. Все, Гарри Поттер лег. Да, победа за нами. Давайте приз. Сектор приз на барабане, 5-й уровень. И у нас открылись еще одни перчаточки. Ну, в принципе, на них даже смотреть смысла нет, потому что у нас золотые редкие перчатки. Вот, ну что, ребятки, познакомились мы с вами игрой. Игрушка, в принципе, немного так подзатягивает. Что в будущем, не знаю, будет по компании неизвестно. По лиге, по PvP сразу видно, что рулит донат. Вот эти вот шмотки, которые вон те очки. Вот явно не просто так. Тоже что-то дает какие-то бонусы. То есть на арене будет рулить донат. Ну, собственно, наверное говоря, все, да? Спасибо, что смотрели. Обязательно подписывайтесь на канал, если интересно. Ждите новую серию по арку. Всем хорошего настроения и пока.